Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйв51 Рус. Продолжим обзорить, значит, модики. Кинули мне, скажем так, опять приватный мод. Я так полагаю, не написали про автора, кто автор. Я так понимаю, что это, наверное, Вадим Чугайнов. Ссылки на мод у меня можете не просить, ссылочки у меня нет и не будет. Обращайтесь к автору данного мода. Сейчас, значит, прокатимся, просто посмотрим, что за машинка. Это будет у нас полярник от Вадима Чугайнова. Все вопросы к автору. Так, вот у нас машинка похожа на полярник Сергея Пасечника, только колеса тут у нас, значит, стандартные такие. Это, по-моему, как на Харпе колеса такие с подкачкой. Ладно, так, запаска вести ремонта, ну это как духовник, я так понимаю, да. Так, спальник сто ремонта, давайте поставим. Техничка 800 ремонта, маячки. Давайте поставим гаражные части. Колеса такие с подкачкой и тележка, фургон. Откроем, проедемся в гараж. Вот, текстурки прикольные. Машинка тоже так, скажем, ничего. Видов салона ничего нет. Ну так, в принципе, для меня это не принципиально, то есть машинка зачетная. Автор, я так понимаю, наверное, все-таки это Вадим Чугайнов. Мне так кажется, по крайней мере, когда кидали мод, написали, что вроде как автор он. Давайте прокатимся. Ссылочки на данный мод у меня, ребята, не будет на скачивание. Обращайтесь к автору. Поехали. Поехали прокатимся. Придет с кабины. Нет, но это все поправимо. Могу ошибаться, конечно, но вроде как сказали, что вроде как Вадима Чугайнова этот полярник. Сейчас мы по-быстрому прокатимся на нем. Значит, из сои ходунов у него получается кабина-запаска и, по-моему, что там есть, борт-техничка. Не борт, а кунт. Едет нормально такой, в принципе, адекватный. Конечно, дать не получится. Текстурки в салоне. Так, конечно, забавный такой, хороший мод. Автор пусть не ругается, сами понимаете. Я думаю, что любой бы, если бы мы предложили написать обзор на мод, причем приватный мод, никто бы не отказался. Сливать я его не буду, не собираюсь, у меня такого нет в приоритете. Не сливаю я приватные моды. Так что если у кого-то есть моды для обзора, пожалуйста, пишите. Запишем обзор. Я думаю, многим интересно посмотреть будет, чем народ катается. Это что-то он написал. Сейчас попозже почитаем. Так что, ребята, авторы, не обижайтесь, как бы. Я моды не сливаю, так что если и сами хотите для рекламы своих модов, можете обращаться,
сделаю, запишу обзорчик, ссылочку на вас кину под видео для рекламки. Как говорится, милости прошу. Присутствуют, конечно, свои звуки тут на торможение. Воздух пускает, он пшикает тут сюда. Нет, Урал хороший, ничего не скажу. Вообще, это люди вот это делают адекватные, нормальные, красивые моды. В принципе, пусть там небольшие недоработочки будут, как бы это ничего страшного. Сами видите, что в игре есть там такая чушь полная, что иной раз там даже не то что скачивать, даже неохота его, не то что там какие-то обзоры на них писать. Ну вот этот полярник, в принципе, вот у Сереги Пасечника обалденный полярник, кстати, вот можете к Сергею обратиться у него. То, что выложили, естественно, я так это слил полярником, ну, у Сергея, там, я думаю, что полярник полностью комплектован, более... на более, скажем, он лучше, чем слитель автомобиль. Так что можете за полярником, не за этим, а за другим обратиться к Сергею Пасечнику. Также я полагаю, что данный Урал, наверное, попробуйте, напишите Вадиму Чугайнову. Значит, если это автор, он автор этого приятного мира, то можете договориться, может, человек там продаст его. Да, в принципе, Урал обалденный. Конечно, не без того, что тут приватные моды сливают там колясками. Хотя я считаю, что за данные моды люди, конечно, должны получать деньги. И правильно делают, что продают, потому что любой труд должен оплачиваться. Естественно, рано или поздно найдется у кого-то там душонка такая, которая с удовольствием сольет или перепродаст куда-то. Так, вот мы приехали, сейчас откроем гараж. Поставим, давайте вот. Вот техничка 800 ремонта. Ну как бы по аддонам я бы не сказал, что прям куча аддонов, как у Сергея Пасечника, куча аддонов. Хотя в принципе и на привате Вадима Чуганова моего тоже на этот Урал есть еще какие-то аддоны. Но вот версия, которая попала вот ко мне на обзор, вот, в принципе из аддонов запаска, вот этот кунг и спальник на кабине. Что-то я куда-то не туда поехал. Опа, докрутился камерой. Так что, ребята, надо уважать труд мододелов, чтобы сделать машину или элементарную модель откуда-то перетащить, анимировать, протекстурить и так далее. Это очень большой труд, очень много работы. Давайте шлопнем скрин. Блин, сейчас секундочку, наверное, там настройка. А, нет, убрал галочку. Обдолжить. Сейчас шлепнем скрин. Вот данный Урал. Так что еще раз повторю, ребята, авторы, не обижайтесь. Я думаю, любой бы, кто обзорит моды, с удовольствием бы, конечно, попав к нему какой-то приватный мод или новый какой-то мод, люди с удовольствием, конечно, я думаю, что никто не откажется прокатиться на таком моде и записать обзорчик. То есть, друзья, подписчики, ко мне можете не обращаться, ссылочки у меня на данный мод не будет. Данный мод в привате, и возможно, что автор, я так понимаю, как мне сказали, это Вадим Чугайнов, обращайтесь к нему, если это его мод, то с ним там договаривайтесь о приобретении.
данного мода. Ну, такие вот машинки мне, конечно, нравятся. Обалденные. Аппараты, что у Сереги Пасечникова был полярник, там, конечно, миллиона мадонов. Тачка. Ну, похож, конечно, так. Естественно, люди делают с реального автомобиля моду, модели тоже. Вот. И, естественно, что они будут похожи где-то, каждый по-своему будет хорош. Где-то у кого-то какие-то изъяны, возможно, будут. Поэтому, ну, в принципе, я говорю, лично не знаком с Вадимом Чуганиным, но молодец. Очень много у него хороших модов тоже. Мододел хороший. Пусть не обижается за то, что обзоры там приватные моды сливают, там скидывают мне, да, для обзора. Наоборот, надо считать, что это хорошо, что делают обзор, озвучивают автора мода, то есть и какая-то реклама там, то есть все-таки люди что-то обратиться, нормально адекватный человек приобретет мод, поэтому я считаю, что не стоит, ну да, слили мне как бы на обзор. Говорить не буду кто, многие, наверное, даже знают кто, поэтому что тут удивляться. Дают — бери, бьют — беги, поэтому как бы надо пользоваться моментом. Ну вот, ребята, я записываю, появилась возможность, то есть это мне автор не дал, это слили мне мод. Опа, дела. Слили, скажем так. Ну да, слили. Дали, для меня так это дали на обзор. А автор, естественно, скажет, что слили. Но я считаю, что если мне его дали для обзора, и ссылку я не выложил, и никому не продал, не дал, правильно? Это, наоборот, мне кажется, плюс. Реклама для автомобиля, реклама для автора, помощь какая-то, поддержка, скажем так, в том, что данный мод кто-то, может быть, приобретет, напишет автору, правильно? К тому же мод хороший, плохой, ничего не скажу. Я считаю, для автора это плюс должен быть. Что кто-то обзорит моды. Понятно, что все моды, многие, естественно, авторы сами не пишут обзоры на свои моды. Машины, то есть у авторов есть, а рекламы для данных модов и продажи нет. Поэтому, еще раз повторяюсь, ребята, надо делать, кто делает моды. Для рекламки можете написать, кинуть мод, я прообзорю, ссылочку дам на вас. Я считаю, что это для вас будет. Но то, что кто-то посторонний там кидает моды, ну, человек, возможно, купил, не знаю, каким образом, где-то достал. Решил вот данный мод показать людям, может быть, помочь автору с продажей данного мода. Вот такой у нас на обзоре сегодня Урал Полярник. Автор, возможно, Вадим Чуганов. Значит, подпишите, значит, автору, спросите. Его машина, не его. Ну, для меня так вообще обалденный, хороший Урал. В принципе, аддонов, конечно, маловато, но Уральчик супер такой. Так что еще раз повторяю, авторы приватных модов, ребята, не ругайтесь. Машины, если дают на обзор, кто-то сливает их там, от меня дальше как бы ссылки никакой не будет. Можете не переживать, можете сами давать машины на обзор.
ей, всем подписчикам, кто смотрит, подписывайтесь, ребят, на канал, в группу. Какие-то доработки, которые не в привате, а в общаке, я буду дорабатывать. Возможно, что с Павлом Каблуковым что-то где-то сделаем. Паша сам там делает очень много доработок, помогает, учит людей там конвертить и так далее. Поэтому, ребята, пишите, обращайтесь. Будет время, поможем обязательно. Мододелом, пожалуйста, у кого есть желание, можете предоставить мод на обзор. Обязательно запишем, ссылочку на вас дадим. Вот такой у нас сегодня на обзоре, значит, Урал, еще раз повторюсь, полярник от Вадима Чугайнова. Данный мод в привате, пишите, спрашивайте, интересуйтесь у самого автора мододела по поводу данной модельки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу. Всем удачи и пока.